Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 62-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке я хочу вам показать симпатичный виджет, который позволяет делать вот такой некий блик или пробегающие линии по тексту. Очень симпатичный виджет. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим данный виджет. Виджет перетягиваю на свой холст. Сразу можете выбрать инструмент «Текст» и, например, задать больший размер своему тексту, задать шрифт. Давайте рассмотрим настройки данного виджета. Первое поле «Текст», соответственно, тот текст, по которому вы хотите, чтобы пробегал блик, устанавливаете свой. Дальше «Speed» — скорость. Если вы уменьшаете, то двигаться блик будет быстрее. Поставим 40, например. Если у вас текст делится на две строчки, да, то вы можете за ползунки подтянуть немножко. Не умещается текст просто вот таким вот образом. Дальше идем. Color, цвет. Это как бы заливка вот этих вот полосок, но я, честно говоря, до конца не смог разобраться. Он как-то странно выдает цвета. Вот был по умолчанию оранжевый цвет. Смотрите, если мы возьмем, например, красный, то вроде бы он сработал. Идут красные эти полоски. Но если мы, например, возьмем какой-нибудь вот такой зеленый, то у нас видно как бы вокруг букв такое зеленоватое свечение, но полоски все равно оранжевые. В общем, здесь просто смотрите. Если у вас по цвету здесь как бы нормально все по дизайну к вашему лендингу, эффект нравится, то в принципе можно использовать. И еще один параметр – текст, трансформация текста. Здесь, честно говоря, особых изменений нет. Если мы кликаем, у нас в списке есть еще один пункт, его выбираем. Текст у нас трансформируется немножко. Даже вот здесь можем видеть. Здесь как бы обычные буквы, а здесь у нас текст все заглавные. Вот и весь, в принципе, виджет. Давайте попробуем скорость сделать 10. Максимально медленную скорость можно сделать 100. Вот скорость 10, да, гораздо быстрее бежит блик. Вот, в принципе, и все. Виджет достаточно симпатичен, лично мне он нравится. Его вы сможете скачать на моем сайте. Ссылка под видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу, всевозможные эффекты с текстом, круговой прогресс-бар, маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!